Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу Капелька 4М. Старого типа. Еще зеленая грунт-эмаль 3 в 1 была покрашена. Труба простая черная, 1,5 мм стенка. Пролет будет 2 метра на бетон. Начинаем. Продолжаем монтаж теплицы Капелька 4М. Собрали каркас, закрепили к основанию фундамент, обшили торцы, анкера вбили, посадили, прикрутили прогоны полностью, конек. Продолжаем отливы, перекрытие и так далее. Все по ходу. Закончили монтаж. Теплица Капелька 4М. 4 метра в ширину. В длину 6 метров. Шаг 2 метра. Значит, сваренная конструкция с профильной оцинкованной. Даже нет, еще не оцинкованной. Старая конструкция. Черная труба. Стенка 1,5 мм. Конечно, мощная. Краска еще грунт эмаль 3 в 1 зеленая. Сейчас мы уже делаем оцинковку. Это еще давнишняя. Арки в виде фермы. Каплевидная теплица. Двойной конек. Поликарбонат 4 мм 0,8 плотности. Коньковая фарнуга на автоматах. В дальнем торце форточка тоже на автомате. Дополнительный верхний прогон. Значит, основание бетон, заанкерено все, анкера. Значит, этот торец разрезная дверь, форточка. Тоже еще старого типа с крючком. Можно отдельно открыть. Вот такая штука получилась. Отливы. Зеленые. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, заказывайте металлоконструкции. Всем пока.